Моя ключевая задача в рамках данной сессии состоит в том, чтобы поделиться о достижениях и возможностях Кыргызской Республики, и нам есть о чем с гордостью что вам рассказать. Для достижения нашей главной цели – повышения благосостояния каждого гражданина, команда во главе с уважаемым президентом Садыр Нургужевичем Джапаровым осуществляет кардинальные и ощутимые реформы модернизации экономической и государственной системы, в том числе посредством цифровизации процессов и применения искусственного интеллекта. Мы отошли от привычной модели управления, что позволило перейти к качественно новой парадигме развития страны. Ведется большая работа во всех секторах, результаты которой уже очевидны. Так, Международным республиканским институтом Соединенных Штатов Америки проведен опрос населения Кыргызстана, итоги которого ярко продемонстрировали волю и текущее настроение нашего народа. Это 82% поддержки курса руководства страны. Такие случаи в мире единичны. Народ увидел и ощутил улучшения практически во всех сферах.